Участок на пересечении улиц Крымская и Красноармейская передан в частную собственность в 2012 году. Собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Так решил Анапский городской суд и в кассации Краснодарский краевой суд. Однако в свои первоначальные планы застройщику пришлось внести значительные корректировки под воздействием мнения общественности, главы города и администрации. В соответствии с пожеланиями жителей нашего города, мы их все учли, обратились в проектное бюро, полностью переработали тот проект, который ранее предлагался, то есть включили в единый архитектурный ансамбль. Ну, во-первых, мы уменьшили этажность, это будет одноэтажное небольшое здание, которое не будет никаким образом никому мешать. В едином архитектурном ансамбле, единым архитектурным решением предусмотрен современный хороший постановочный комплекс, то есть будет остановка. Соблюдены все нормы и СНИПы по безопасности дорожного движения, безопасности передвижения пешеходов, то есть оставлены, как положено, в соответствии с СНИПами и нормами размеры, ширина тротуара. У меня вопрос. За границы своего участка вы не выходите? Нет, ни в коем случае. За границы, да, участка мы не выходим. Мы еще раз вышли на место. Пешеходная часть, получается, у нас будет свободно доступна. Свободно доступна для граждан, да. Непосредственно перекресток, открывающийся взгляду с обеих ведущих в центр дорог, будет свободен от торговых точек. Здесь разместят малую архитектурную форму. В течение какого времени вы планируете завершить строительство? Мы планируем, то есть нами заключены договора уже на осуществление подрядных работ, и мы планируем все это сделать в максимально короткие сроки, то есть, естественно, с учетом всех требований, опять же, законодательства о соблюдении норм по безопасности, до начала туристического сезона. История со строительством двухэтажного торгового центра на Крымской и Красноармейской носила большой общественный резонанс. Позицию главы «не дать застроить перекресток» поддержали депутаты, общественные объединения, жители города-курорта. Застройщик, получивший землю в собственность 6 лет назад, выполнил предъявленные требования, определив место под благоустройство и снизив этажность торгового здания.